Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Маргарита Шипила. Я партнер компании GL. Прохожу практики на территории осознанного развития. Рекомендую это делать другим людям и становиться счастливыми. Здесь каждый человек может найти ответы на свои вопросы, которые он, возможно, не мог найти в других источниках. Эта система подходит для тех людей, кто интересуется духовным саморазвитием. Допустим, я всегда этим интересовалась, и когда запустилась эта платформа тренинговая, то, конечно же, я с удовольствием к ней присоединилась. Еще существует другая причина, почему я занимаюсь продвижением этой платформы, но это касается уже бизнеса. Тема моего видео какая? Мне вчера поступил вопрос, и я решила записать видео для того, чтобы пояснить, возможно, кому-то это тоже будет полезно и интересно. Вопрос звучал так. Есть ли в нашей компании, помимо онлайн-обучения, еще какой-то продукт? Имелся в виду физический, потому что я общалась с партнером одной компании, которая продвигает на рынок экопродукты. Тема у нас была про экологию. Про то, что сегодня планета у нас очень сильно загрязнена, и хотелось бы как-то ее очистить. Речь стояла о том, что хотя бы начать с себя как-то, да, чтобы этот процесс очищения планеты. И в разговоре мы выяснили, что мой собеседник помогает планете с помощью своего продукта, с помощью своего экопродукта, а мы в компании GL, хоть у нас и нет физического продукта, но мы тоже помогаем планете, потому что мы ведем экологически чистый бизнес. В каком плане? Когда компания запускалась, то на повестке дня стоял вопрос, какой продукт продвигать, потому что, чтобы зарабатывать, чтобы нести пользу людям, им надо предложить какой-то продукт. Но так как сегодня мир уже переполнен физическими продуктами, полки магазинов ломятся от товаров, ассортимент просто огромный. И самое, что не очень приятное, производство, оно, ну как бы, производство, оно работает, не останавливаясь ни на секунду. И каждую вот секунду, каждую минуту в мире появляются новые какие-то товары. Одежда, парфюмерия, там, ну и все остальное, то есть физические продукты. И вот этими продуктами, товарами мир сегодня уже просто завален. Сегодня абсолютно нет дефицита. Если раньше был дефицит, и продукт сетевой компании считался престижным, потому что на полках был скудный ассортимент, а в сетевой компании был ассортимент гораздо шире, и он был интересней. Поэтому это было престижно, это было выгодно продвигать такой товар через сетевую компанию. Но сегодня дефицита давно уже нет, рынок перенасыщен, идет огромная конкуренция, товарники бьются за клиента, не на жизнь, а на смерть. Клиент уже сегодня такой у нас, как говорится, объевшийся, да? Сегодня у нас век даже уже не потребителей. Может быть, еще 20 век был потребителями, но 21 век – это уже не потребители, это выбиратели. Люди сегодня не потребляют, они выбирают. Они копаются, ковыряются. Одно им не нравится, второе не нравится и так далее. И производители, они вынуждены просто уже, они попали вот в такую ловушку, когда уже потребитель уже не знает, что выбрать. И у производителя выхода нет, как постоянно производить какие-то новые товары, чтобы завоевать внимание клиента. Короче говоря, это бесконечная гонка. И гонка эта, она ведет в тупик, потому что нет ценности в товарах, нет ценности. Сегодня за деньги можно купить все. Самое главное, чтобы были финансы купить вот эти товары. И вот когда компания GL выходила на рынок, то она, естественно, провела анализ, мониторинг, что сегодня на рынке является трендом, что не является трендом.
И как выяснилось, трендом на ближайшие десятилетия является онлайн-обучение. Все вы сегодня уже, наверное, замечали, что люди тянутся к развитию, к саморазвитию. Недаром сегодня очень популярно заниматься йогой, заниматься правильным питанием, да, то есть спортом заниматься. Люди тянутся к самосовершенствованию. И вместе с тем, что они тянутся к самосовершенствованию, хотят развиваться, они хотят это делать в удобных и комфортных условиях. Поэтому, когда компания выбирала себе продукт, какой продвигать на рынок, то она отказалась от товарной линейки, чтобы не усугублять еще более вот это вот захламление планеты товаром и продукцией, да, которой сегодня огромное количество. Она остановилась на онлайн-обучении по двум причинам. Чтобы и планете помочь, не захламлять ее еще больше, и помочь людям развиваться. И вот люди сегодня хотят развиваться, но они хотят развиваться удобно, комфортно. То есть, ну, сегодня у нас век такой, да, время такое, век цифровых технологий. Поэтому редко кто уже сегодня хочет ехать куда-то в другой город на какой-то тренинг, тратить деньги на поездку, на проживание, чтобы там жить во время тренинга. Гораздо удобнее сегодня открыть ноутбук, выйти в интернет и прослушать какой-то тренинг у себя дома. Вот это онлайн-образование, оно является трендом. Это придумала не я, это можно зайти в любой поисковик и посмотреть, что онлайн-образование 7 ключевых трендов. То есть онлайн-образование в России, рост, тренды и перспективы онлайн-образования. То есть сегодня это тренд. Никто это уже не будет отрицать. И те люди, которые строят бизнес с перспективой на будущее, конечно же, они проводят мониторинг и смотрят, что будет популярно на ближайшие десятилетия. Вот именно по этой причине в компании GL нет физического продукта. Но его нет по какой причине? Потому что компания выбрала себе направление онлайн-платформа для саморазвития. Если же у компании встанет на повестке дня, что надо будет продвигать какой-то уникальный продукт, то она, естественно, это тоже может запустить, если это будет выгодно и будет спрос на этот товар, на этот продукт. Потому что компания у нас современная, она придерживается современных всех технологий. Администрация у нас молодая, которая тоже думает на перспективу. Поэтому физический товар, если это потребуется, и если найдется такой товар, который вот будет уникальный сегодня, да, уникальный, потому что продвигать какой-то товар, который уже завалены все полки на всей планете, его смысла нет продвигать, конкурировать. Вот я уже объяснила вначале, да. Чтобы продвигать физический товар, надо уникальное что-то продвигать. Но сегодня уникальное – это вот наша система. Потому что онлайн-курсов на данное время тоже очень много. Чем отличается наша система TourSystem? Тем, что она сопровождает человека. Допустим, если человек прошел обычные какие-то онлайн-курсы, он прослушал эти тренинги, допустим, неделю он открывал ноутбук, слушал эти тренинги, неделя закончилась, дальше человек остается один. Дальше ему надо самостоятельно уже как-то применять вот эти все знания, которые он получил. Но, как правило, в одиночку у человека мотивация, она быстро угасает. И все вот эти знания, которые он получает, он очень редко начинает применять. Наша же система, она человека сопровождает. То есть у нас каждую неделю два раза проводятся живые тренинги, живые вебинары с автором этой системы, Александром Корнеевым. У нас проводятся онлайн-школы, сами администраторы, создатели этой компании выходят в эфир и ведут какие-то мотивационные или обучающие вебинары. И самое главное, что человека сопровождает система ТОР, именно автор этой системы Александр Корнеев. К примеру, в понедельник любой человек может зайти на вебинар и задать какой-то насущный, волнующий его вопрос. Вопрос можно задать на абсолютно любую тему.
абсолютно любую тему. Это может касаться и семьи, и проблем в семье, и проблем с деньгами, и проблем со здоровьем. То есть человек может задать абсолютно любую тему. И Александр Корнеев на нее подробно ответит. И ответит он в стиле Tor System. То есть он не будет давать какие-то банальные ответы, отписки там и так далее. Это будут даны именно практические рекомендации, которые человек может применить и как-то изменить ситуацию в своей жизни. В четверг у нас проходят обучающие вебинары на разные темы. В год даются у нас примерно 60 тем. Темы тоже абсолютно разные, как от финансовой грамотности до как наладить отношения между мужчиной и женщиной. Дается знание по нумерологии, по астрологии, ведам и так далее. То есть в целом это духовное развитие для тех людей, кто этим интересуется, кто к этому стремится. Поэтому физического товара на платформе GL не предусмотрено. У нас совсем другая миссия. И миссия как раз она заключается в том, чтобы вести экологичный бизнес и в жизни, и в бизнесе, и в финансах, и везде, и в здоровье. Короче говоря, чтобы это было экологично. Никому ничего не мешало, не захламляло, не загрязняло и все такое. Вот поэтому у нас такое направление в компании. Я сотрудничаю с этой компанией уже год. Сама прохожу это обучение. Сама пришла сюда за тем, чтобы решить свои личные какие-то вопросы. Решила. И когда решила и получила результат, я поняла, что хочу об этом говорить другим людям. Сегодня я активно рекомендую всем использовать эти знания для того, чтобы улучшать свою жизнь. И эти знания пригодятся не только тем, кто, допустим, приходит сюда за деньгами, потому что у нас есть партнерская отличная программа, но это путь наставника, это для тех людей, кто занимается рекомендациями. Также сюда могут прийти абсолютно разные люди из других компаний, из других сфер жизни, просто как проходить путь ученика, обучаться. Вот это и есть самая полезность, самая важная полезность, которую дает компания. Она дает онлайн обучение для людей абсолютно любого возраста, любой профессии, любого вероисповедания, где бы человек ни жил и чем ни занимался. То есть это абсолютно для всех. Знания, которые пригодятся всем. Знания особой важности. Как жить по законам Вселенной и быть счастливым. Вот такое у нас направление интересное. Если вам это тоже интересно, если вы интересуетесь духовным развитием, стучитесь в личку, я обязательно вам расскажу более подробно. А дальше вы уже сами решите, стоит этим заниматься, стоит ли здесь обучаться или нет. С вами была Маргарита. Всем желаю здоровья, благости и радости.